Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня мы разберем дату выхода шестого сезона сериала «Детство Шелдона». Поехали! «Теория Большого Взрыва» – один из наиболее популярных комедийных сериалов в мире, принесший исполнителям главных ролей славу и богатство, ведь они являлись самыми высокооплачиваемыми актерами сериала в мире. Незадолго до окончания шоу Джим Парсонс, исполнивший ключевого персонажа шоу Шелдона Купера, предложил создателю сериала Чаку Лори и представителям канала CBS, занятого трансляцией проекта, создать спин-офф о главном герое, показав детство гениального ученого и события, сформировавшего его как личность. Сериал оказался популярным, а потому в 2021 году CBS продлевает его сразу на несколько сезонов вперед. Дата выхода шестого сезона сериала «Детство Шелдона» ожидается в 2022 году. Ориентировочный релиз придется на осень. Известно, что вслед за шестым сезоном зрителям стоит ожидать седьмой и восьмой сезоны. Главный герой истории – гениальный ученый Шелдон Купер. Впервые зрители увидели его взрослым, где он очаровал всех необычным характером и странными поступками. В первом сезоне продолжение парня показывают 9-летним мальчиком, поступившим в школу к старшим детям по причине его высокой успеваемости. У парня тут же начинаются сложности, так как он не умеет общаться с окружающими, да и тот факт, что он умнее всех в классе, не делает его более популярным. По мере развития шоу зрители видят взросление парня, а в последнем, на данный момент сезоне, герой в возрасте 14 лет поступает в университет Пасадена, где он и получил докторскую степень. В новых эпизодах зрителям предстоит наблюдать за жизнью парня в стенах университета. Проект «Детство Шелдона» затрагивает становление парня всесторонне. Зрители узнают о его непростых взаимоотношениях с набожной матерью, отрицающей науку, отцом, алкоголиком и сестрой-близнецом, которая всю жизнь старалась манипулировать Шелдоном. Проект был высоко оценен критиками, что и послужило причиной его продлений. Главную роль в сериале сыграл Иэн Эрмитридж, а Джим Парсонс выступает в спин-оффе постановщиками в качестве закадрового голоса, вспоминающего истории детских лет. Ожидается, что шестой сезон посвятят рассказу о Шелдоне и его сестре Мелиссе. В одной из серий выяснилось, что Шелдон на 2 минуты старше Мелиссы, что усугубило их соперничество и взаимную неприязнь. Дата выхода новых эпизодов ожидается в октябре 2022 года. А с вами был Кинолист, и сегодня мы разобрали дату выхода шестого сезона сериала «Детство Шелдона». Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, заглядывайте на наш канал. Всем пока!